вами Самоделки и я, Юлия Дмух. Это моя подруга Ева. И сегодня мы будем делать вместе с ней красивую футболку. Да? Да. Для этого нам понадобится чистая белая футболка, самоклеящаяся пленка, она продается в строительных магазинах, кисточки, краски для текстиля, файл, ножницы, нитка, иголка и ткань в горошек. Мы будем делать Микки Мауса на футболке. Тебе нравится? Хорошо, приступаем. Рисуем на самоклеящейся бумаге с обратной стороны силуэт Микки Мауса и вырезаем. Вот такой у нас силуэт получился. Отделяем бумажную часть от пленочки. Разделяем. И закрепляем на футболке по центру, плотно прижимая к ткани. Для того, чтобы сохранить нашу футболку, чтобы картинка хорошо легла, но спинка была чистая, мы обязательно в середину прокладываем файл на то место, где будет изображение. Разглаживаем. Очень важно, чтобы футболка лежала гладко и ровно. И можем приступать к работе. Определяем небольшой фрагмент, как рамку. Эта техника подойдет для всех, кто только начинает и пробует свои силы в творчестве и боится, например, раскрасить футболку. Вы просто втираете краску в ткань. Мазки делаем в разных направлениях. Ваша задача все вот это пространство заполнить краской. Можете делать набрызги, можете здесь еще нарисовать какие-то завитушки. Все, чего вам хочется. Мы создаем фон. Мы выбрали самый модный цвет этого сезона. Мы нанесли краску и даем ей 5-10 минут подсохнуть. Как вы видите, рисунок совершенно не идеальный, и в этом его прелесть. После того, как футболка просохнет, мы снимаем пленочку. Такую футболку можно стирать, но после того, как вы закрепите рисунок на ткани. Что мы делаем? Нам нужно оставить футболку на 24 часа для естественного высыхания. После этого накрываем листом бумаги и прокладываем такой же лист бумаги изнутри. И проглаживаем порядка 10 минут. Вот так вот хорошенечко. Поскольку футболка предназначается для девочки, мы сделаем Микки Маусу красивый красный бант в горошек. Вырезали прямоугольник, сложили его пополам и прошиваем швом назад иголку. Чтобы ткань не сыпалась, мы закрываем боковые швы. Теперь пришиваем бант с обратной стороны, буквально несколько стежков делаем. Тебе нравится наша футболка? Да. Скажи, классная получается. Смотрите, вот такая чудесная футболка у нас вышла с Евой. Я думаю, что вы тоже сделаете такую же и не хуже. Если вам понравился наш мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами была Юлия Дмух и арт-мастерская «Самоделки».